все что нравится, я не думаю, что я уже смогу обратно привыкнуть к тому стилю жизни, так как я очень привыкла к этому стилю жизни. Лора опять спрашивает, что самое хорошее и плохое о жизни в Америке? А самое хорошее — это то, что здесь столько всего opportunities, как это слово? Возможностей. Здесь столько всего возможностей.